идея сегодня обзор нового каталога номер 6, и я его разделила на три раздела. Первым мы с вами поговорим об уходе за лицом. А во-вторых, я вам расскажу о фишках макияжа и тех продуктах, которые идут со скидкой в этом каталоге. Вот такой вот макияж сделала. Макияж Нюд на каждый день за 5 минут, используя мои любимые продукты. И третье, мы поговорим о том, как восстанавливать свою фигуру, каких результатов я добилась за месяц, используя новинки продуктов, о которых рассказывала в прошлых каталогах. Безусловно, каждая женщина из нас мечтает выглядеть в 50, как в 40, 40 как 30-35, в 30 на 25. Правда же? Мы всему миру доказали, что старение нашей кожи зависит на 20% от генетики и на 80% от комплексного ухода за нашей кожей и от качества косметики. Свою кожу я доверила компании Oriflame еще 12 лет назад. И результатом я безумно довольна. Еще один факт. 80% женщин, которые ухаживают якобы правильно за своей кожей, делают тем самым преждевременное старение. У меня есть на это отдельное тоже видео, ссылку вы можете посмотреть здесь. Поделюсь с вами секретом, как, используя все те же самые средства, которыми вы пользовались ранее, сделать эффективность вашего ухода в 2, а то и в более раз. Вы осознали все в глобальном масштабе. Я вам расскажу, как правильно ухаживать за кожей, как правильно подбирать серии. Наша кожа это не отдельный какой-то орган, она также взаимосвязана с нашим организмом. Я приведу пример на простом питании. Чтобы наш организм правильно функционировал во всех религиях мира, как минимум пару раз в год есть пост. Правильно? Для того, чтобы в организм ваш восстановить. Либо, может быть, сейчас модно услышать, это диета. Так вот, вы также должны делать диету для вашей кожи. Но не просто полностью убирать косметику. Особенно девушки говорят это: ой, я поехала на море, я решила, чтобы моя кожа отдохнула, и пошла загорать на пляже, когда без ультрафиолета максимально лучи попадают на кожу, тем самым минимум там за несколько дней можно преждевременное старение кожи, годовое преждевременное старение кожи получить. Кожа ваша не отдыхает без косметических средств. У нее просто начинается паника. Она стареет, стареет и стареет, увядает. Так вот, отдых вашей кожи. Кожа ваша должна отдохнуть специальными сериями, легкими, натуральными. Об этих сериях я расскажу чуть позже. У нас линейка запущена Love Nature. Вторая. В нашем питании должна быть ежедневная, нормальная ежедневная пища, которую мы едим каждый день. Для этого у нас есть базовая серия, это серия Optimals. У нас важна также ресторанная еда, какие-то праздничные ужины. Для ухода за лицом это специальные серии, которые направлены на точечное воздействие, делают усиленный эффект. И серии как Экологен, Time Reversing, более усиленные формулы, более усиленный эффект, лифтинг серия. И четвертое, это когда нам вообще плохо, нас возят куда-то на скорой помощи. Примерно то же самое, это подтяжка кожи. Очень часто от женщин я слышу: ой, я пробовал, у меня практически на все аллергия, лицо очень чувствительно, кожа. Заработанная такая аллергия. Как это происходит? Когда женщины в своем уходе начинают мешать различные бренды, серии, компании, дешевый крем, дорогой крем, все вместе. Вспомним химию. Что происходит, если смешать два случайных компонента? Происходит что? Какой-то, может быть, даже взрыв. Также и с нашей кожей. Для того, чтобы получить правильный эффект и убрать вашу аллергию, аллергия такая уходит, если вы пользуетесь правильными продуктами, возьмите серию в рамках одной косметической компании. Компания разрабатывает так, чтобы у вас не было взрыва и все продукты были взаимозаменяемыми, чтобы они могли по-разному сочетаться. Так, как правильно сочетать все эти средства?
Смотрите, так же, как и для организма, в определенное время нужен пост. Например, месяц вы используете самую легкую серию. Далее вы пользуетесь средством ежедневного пользования. И когда вам нужно, вы дополняете, чередуете, может быть, месяц через месяц, чередуете сильные серии, легкая серия, сильная серия, легкая серия. Отдохнула, получила какой-то пост. Что бы вы ей дальше не давали, она получит вау-эффект. Для нее будет все настолько вкусным, настолько потрясающий будет результат. Вот так ваша кожа сохранится как можно дольше, и вы получите максимальный эффект при тех же затратах. Представляет новую обновленную серию Love Nature, любовь природы. Будет состоять из 5 серий. Каждая серия будет содержать один самый эффективный компонент, который исторически использовали и получали максимальный эффект. Шиповник издревле ценился как чудодейственное лекарство и испытанное средство красоты. Шиповник – кладезь витаминов. В 100 граммах шиповника содержится витаминов С столько, сколько в килограмме черной смородины, 5 килограммах лимонов и 10 килограммах яблок. Содержание витамина А шиповник не уступает облепихе, абрикосам и моркови. Там содержит витамин А, П, Е, органические кислоты, флавоноиды. По этому составу издревле шиповник ценился как противовоспалительное и поливитаминное средство. Поэтому эта серия предназначена как раз-таки для сухой, зрелой кожи. Также в шиповнике содержатся жирные кислоты, которые максимально увлажняют нашу кожу и задерживают влагу. Таким образом, когда вы клеточку наполнили влагой, все, что вы дальше в нее, какие вы питательные компоненты дальше в нее трансформируете из других более сильных серий, эффект будет максимальный. Представьте, что ваша кожа, клеточка будет вообще обезвожена. Что вы туда потом обратно трансформируете, если она у вас какая-то скукоженная? Правда же? Следующая серия – это алоэ для нормальной комбинированной кожи. Почему компания выбрала этот продукт и уже использует многие годы, обновляя и улучшая эту серию? Если вернуться в историю, еще в древних летописях описывалось алоэ египтянами, римлянами, арабами, индусами, различными народами, как они использовали это средство в различных лечебных целях, а также используется как эликсиры долголетия и молодости. Так же, как и царица Клеопатра в своем походе обязательно использовала маски, которые были приготовлены из алоэ. Древние документы указывают на использование алоэ как защита от солнца, от ветра, от холода. Также восстанавливали после ожогов, после порезов, укусов, ран и против каких-то аллергических реакций. Средство обладает сильнейшим противовоспалительным, противогрибковым, противоаллергенным действием, тем самым действует просто как антибиотик. Компания Reflame использовала, использует и будет использовать этот чудодейственный продукт алоэ в составе своей серии. Набор алоэ вы можете получить с 50% скидкой всего за 399 рублей, куда входит очищение, тонизирование, гель для век, который прекрасно помогает и особенно я рекомендую с возраста, начиная с 14 лет, девочкам, мальчикам, которые сидят за компьютером. Когда вы наносите охлаждающий вот этот вот гель, он потрясающе быстро восстанавливает глаза, очень быстро снимает усталость. Также в него входит крем. Он идет как дневной и ночной, потому что содержит природный SPF фактор, то есть защиту от ультрафиолета. Следующая серия для чувствительной кожи с ромашкой. Да-да, с той самой ромашкой, которую можете увидеть в полях, можете увидеть даже в мегаполисах, но смотря какую ромашку использовать. Как вы думаете, какая ромашка более ценная? Та, которая произрастает в мегаполисах, либо в окрестностях? В Ирландии, где даже самолеты не прилетают. О чем это я? О том, что у компании Reflame есть собственные плантации. Она мало того, что она его использует, она еще и продает. Это вот такая фишечка, такой секрет. Ромашка использовалась как антибиотик, противовоспалительное, противоаллергенное средство, седативное, то есть успокаивающее и кровоостанавливающее средство.
Она содержит такой уникальный состав, такую цепочку различных микроэлементов жирных кислот, что является уникальнейшим продуктом. Поэтому она используется, несмотря на свою простоту, дешевизну, она используется, и благодаря ей получается колоссальный эффект. Ну и, конечно же, компания обработала все это, сделала в уникальную форму для того, чтобы компоненты поступали как можно больше глубже, и вы получали максимальный эффект. В серию входят средства, очищающие средства, тоник и крем. Он также является как дневным, так и ночным, потому что в ромашке природный компонент, природный SPF-фактор, солнцезащита от солнца, является также максимальное увлажнение питания во время ночного сна. Ну а если вы уже сделали пост для вашей кожи и хотите получить максимальный эффект, и если ваш возраст 40+, для вас потрясающая акция. Кисонька. Серия с экстрактом флорентийского ириса. И со скидкой 40% подходит больше всего для сухой кожи. Если вам чуть-чуть за 45, ваша скидка 45% на серию Time Reversing. Власть над временем, которая содержит гормон молодости. И фитоэстроген. Гормоны молодости. Фитоэстрогены – это группа, выделенная из растительных веществ, которая, проникая вглубь, он распознает соответствующий рецептор и его омолаживает. Эстрогены, они не действуют как гормоны, они не такие сильные. Поэтому для того, чтобы они подействовали, чтобы они распознали нужный им участок, на который нужно воздействовать, им нужно время. Фитоэстрогены, они не вызывают привыкания, таким образом эту серию можно использовать как раз-таки, не можно, а нужно использовать на регулярной основе. И те, кто ее применял, получают колоссально потрясающий эффект. И эту серию вдруг уберете, у вас не будет резкого перехода, так как вау, и все, ваша кожа тут же завяла, да, нежели если вы использовали бы серии, в которых содержатся гормоны, которые дают моментальный потрясающий эффект, то если ее убрать, сразу идет резкое преждевременное старение. Над этой формулой работали более 7 лет, разрабатывали ученые, потом еще несколько лет тестировали. И вот эта серия у нас является одной из самых продаваемых серии, как раз и самой эффективной серии в возрасте 45+. Ну, а если вам чуть-чуть за 50, ваша скидка минус 50% на базовую ежедневную серию, как ежедневная еда для вашей кожи, которая направлена на то, чтобы подтянуть вашу упругость кожи, а также ее увлажнить. Кисулькин, опять ты у меня куда-то полез. Переходим к блоку макияж. Я вам расскажу, как за 5 минут сделать макияж в стиле нюд. Естественный макияж. Для дневного макияжа я буду использовать вот такие два оттенка тени. Это жемчужный бежевый и томная слива. Как я уже говорила, даже не смотрясь в зеркало, можно быстро сделать дневной макияж. Я смотрю в окошко. Добавим немножко темного оттенка. Но уж если вы будете смотреться, результат будет еще круче. Темные круги под глазами нам поможет корректор One или Skin. Наносим небольшое количество пигмента. Можно пальчиками быстро распределить. Я потом вам сделаю отдельное видео, покажу, чем отличается этот корректор от корректора Giordani Gold. Не хочу рассказывать все секреты, но этот корректор, хоть и дешевле, он мой фаворит. Видите, у меня выступает вена, и я все время стараюсь ее маскировать. Буквально несколько движений, и вы видите, насколько вена замаскирована. Пройдемся, где носогубные складочки. Так мы уменьшим еще полгодика нашего возраста. Создаем форму наших бровей при помощи палетки для коррекции бровей. Темных оттенков плюс воск для придания формы нашим бровям. Две кисточки. Одна для воска, другая непосредственно для нанесения теней. Пользуюсь этой кисточкой, для меня она широковата. Как правило, я пользуюсь двумя вот такими кисточками, либо Giordani, либо MAC. Но
я решила все-таки вспомнить, как же, что же можно, как можно сделать нанесение при помощи такой кисточки. Очень даже удобно, странно, почему я ее игнорировала. Если теми кисточками вы наносите деликатнее, более точечно, то этой кисточкой раз, два, три, и все готово. Переворачиваем, делаем скошенный уголок и доводим нашу бровь. Второй способ нанесения. Вы берете водичку, я использовала колпачок от тональностного Divan. Берем кисточку, добавляем оттенок, какой нам надо, бровь. Так форма получается очень четкой. Пигмент никуда не рассыпается. И форма бровей идеальная, идеальная. Этот способ особенно подходит тем, у кого редкие брови, чтобы равномерно заполнить пространство, там, где у вас не хватает волосиков. Вот. Кроме того, очень удобно сделать более тонкую бровь, то есть на то расстояние, которое вам необходимо, где-то здесь прорисовать излом, здесь где-то сделать идеальную форму. Вот. Кроме того, тени не сыпятся. И вот такую вот кисточку, я этой же кисточкой пользуюсь. Но этим воском вы очень быстро убираете все свои неточности, неровности, как внизу, так и вверху. То есть все, что у вас случайно попало не туда, вы убираете. Это еще не все. Также смачиваем кисточку. Темный оттенок пигмента. Последний штрих – это нанесение туши. Вы можете посмотреть, сравнить два оттенка. Это черный и темно-синий. Мало того, этот оттенок, даже после того, когда вы наносите, чуть-чуть пройдет время, и он превращается в черный. Поэтому, кто действительно ищет синий оттенок, это не ваш случай. Был бы вульгарно синий, эффект был бы, ну, кричащим, не то. Какая бы у вас ни была дорогая декоративная косметика, если у вас нет профессиональных кистей, считайте, что вы выбрасываете деньги на ветер. Более подробный обзор этих кистей вы можете посмотреть в моем видео, где я сравниваю с профессиональными кистями MAC, а также все эти кисти сейчас идут со скидкой в каталоге. Еще один продукт, который я распробовала не так давно и отставляла его на полку, наносила кисточкой, то шарики попадали вот сюда, и было неудобство. Но что хочу сказать, если вам не нравится продукт, то это просто вы неправильно им пользуетесь. А когда я заменила на вот такую вот рассыпчатую кисточку, вуаля, я получила эффект просто вау. Того, эту кисточку я использовала, когда наносила темные оттенки, то есть смахивала посыпавшиеся тени. Сейчас же я использую эту кисточку исключительно для румяшек. Моя любимая помада Mo by Demi. Либо мы делаем эффект с акцентом на губы, что будет тоже уместно, потому что у нас не очень ярко выделены глаза. Либо будем использовать мой самый любимый оттенок, чарующий розовый. Третья помада, и плюс в запасе я взяла себе четвертый. Особенно я ее часто использую, когда загорелая кожа. Это мой любимый оттенок, чарующий розовый. Окрепляем макияж рассыпчатой пудрой от Giordani. Что хочу сказать, если у вас жирная кожа, то все-таки возьмите матирующую пудру. Такая пудра подходит более для сухой, нормально сухой кожи. Любимые палетки, которые идут со скидкой, это Дикий пляж, Полночный закат. С этой палеткой я делаю смоки, используя синий и фиолетовый оттенок. Эта палетка Таинственный лес, пользуюсь почему-то гораздо реже. Помаду совершенства цвета много рассказывать не буду, у меня отдельное видео, очень хорошо наносится, контур, мягкая, хорошая, классная текстура. По поводу BB-крема я бы вам сказала одно «но». Он все-таки подходит для нормальной кожи. Когда-то он был фаворитом, эта тональная основа гораздо лучше. Она также не содержит масла и она больше матирует, больше покрывает, поэтому BB-крем у меня отошел на дальний план. Giordani World, сделан во Франции. Это, скажем таки, может быть лак палочка-выручалочка. Почему? Потому что, когда вы покрываете первый слой
лака, он уже, первый ноготочек уже успевает высохнуть. Покрываете второй, все моментально, эффект дает, буквально несколько минут, и можно уже убегать. То есть экспресс-лак и держится, в принципе, очень даже хорошо. Также обратите внимание на помаду 100% цвета, хорошие оттенки, мягкая текстура, самая продаваемая помада в России вообще из всех косметических брендов. Сам спа-уход особенно рекомендую тем, кто долго проводит время дома, и, сами понимаете, дома красить губы как-то... А губы нужны в уходе, потому что иначе начинается шелушение, и все, что вы дальше будете, какую бы вы самую дорогую помаду не нанесли, она будет смотреться отвратительно, ухаживая за своими губами. Следующая страница, одни из самых продаваемых туалетных вод, это Eclat Weekend. Для дневного, такая дневная композиция, моей мамы любимые духи, она от них в восторге. И второй это Paradise, это богемно-цветочно-древесная экзотика для вечернего триумфа. В этом каталоге есть множество скидок. Советую вам приобрести набор пробников. Я его сейчас заказала повторно. Посмотрите, сколько здесь пробников. Я посчитала, у меня в наборе 80 штук. Пробуйте, смотрите, тестируйте, какой вам аромат нравится. У меня минимум всегда на туалетном столике минимум 12 туалетных вод для моего настроения, для одежды. Смотрите, сравнивайте сами. Идет со скидкой украшений от Demi Moore. Мне, честно говоря, даже жалко показывать. Почему? Потому что вы будете покупать, и оно будет у вас. Это самое лучшее украшение, которое есть в компании Oriflame. И очень прошу компанию делать дорогие, но вот такого качества достойные вещи. По распродаже заказывайте в первый день, однозначно все разметут. Весна, время преображения, и используя всего лишь 3 шага, мы можем достичь идеальной фигуры. Первая компания советует, это принимайте коктейль Natural Balance, и второе, включите в рацион суп Natural Balance. Это вкусный и низкокалорийный обед. Статистика, каждые 5 секунд в мире покупается какой-то один продукт Wellness. Вот и делайте выводы, насколько это эффективное средство. Помимо того, что мы восстанавливаем наш организм изнутри, нам нужно и идет уменьшение объемов, нам нужно так, чтобы наша кожа начала натягиваться и бугорки в каких-то неправильных местах начинали расправляться. То есть 4 недели назад я начала использовать серию BioClinic антицеллюлитный Slim Gel. Какой я эффект получила? У меня катастрофически нет времени ходить в какие-то фитнес-клубы, качать пресс, ходить в бассейн. Вот. Но я знаю очень эффективный способ, способы, о которых я делилась в прошлом видео. Это все мы делаем под музыку, поднимаем настроение. И что я делала? В течение одной песни я наносила Slim Gel, очень хорошо, активно массируя кожу, проблемную зону моих ног. Да? Что получила? В бедрах у меня минус 1,5 сантиметра, хотя я думаю, куда убрать. Мне кажется, уже я привела фигуру в идеальное состояние. Да, заметно уменьшились вот эти вот бугорки. Я заметила, действительно, эффект есть. Поэтому сейчас, вот видите, уже он заканчивается, этот тюбик. Я сейчас приобрету новый для того, чтобы продолжить мой эффект. Что я делала еще? В области талии я наносила вот такой вот префект боди для как раз-таки для зоны талии. Вот массажером в течение одной песенки я массировала вот эти вот участки. Эффект меня поразил. То есть у меня на талии и в районе живота у меня ушло 3 сантиметра. И вот этот вот гель, он подтянул кожу и ее сделал более идеальной. Я очень довольна результатом, буду продолжать это делать и в этом месяце. Я делаю первую, одну песню, это Slim Gel. Вторую песню я делаю с массажером в области талии. И 3 песни, это я танцую, уделяя особое внимание полуприседаниям, так, чтобы чувствовался, прокачивался пресс, ножки, ягодицы. Все, 15-20 минут в день. Утром, вечером, когда появилась свободная минута, может быть, между перерывами с работой. Эффект есть. Продолжаем дальше. Пожалуйста, напишите свои отзывы, какой эффект вы получали в съемках видео. Я поняла, что безумно хочу кушать. Тем более, примаячил у меня коктейльчик. Вот, развела, потому что не успела позавтракать. Сделала только кофе себе. Начало сезона открытой обуви, поэтому приводим наши ножки в такое же идеальное состояние, как наше тело и наше лицо.
Для этого мы используем три простых шага. Отшелушиваем, увлажняем и освежаем. Конечно же, мы используем нашу волшебную шлифовальную пилку, которая идет сейчас всего лишь за 19 рублей с 80% скидкой. Ровно пляжный сезон, поэтому начинаем активно пользоваться солнцезащитной серией. Если не хотите себе, зарабатывайте все, что угодно от ультрафиолета. Помните о ваших детях. Им нужна особая защита. Тем более здесь компания предлагает и SPF фактор 50, то есть это очень высокая степень защиты. Ну и 25 это для тех деток, которые у вас уже загорели. Обязательно рекомендую попробовать серию для волос «Молоко и мед золотая серия». Волосы шикарнейшие. Мне кажется, даже круче, чем серия «Эксперт». Буду рекламировать этот продукт. Делайте выводы сами, пользуюсь ли я этим продуктом. Вы еще не оформлены в компании как постоянный клиент. Советую это сделать как можно быстрее. У нас идет такая потрясающая акция. Приглашаю к нам именно в нашу команду «Онлайн Про». Мы команда профессионалов и расскажем вам такие фишки, такие секреты, которые вам не расскажут ни косметологи, ни визажисты, ни диетологи. Иначе они просто останутся без работы. Приходите к нам, получайте эффект. Еще не все сюрпризы от нашей команды. До новых встреч. Пока-пока. Je me souviens, Yama, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens, Yama, Yama, Yama. Je me souviens, Yama, je n'avais que toi. Je me souviens, Yama, hier est toujours là. Je me souviens.